Всем привет! Сегодня делаю грунт в кашпо для петуней. Посмотрела в этом году много разных интересных, полезных и бесполезных видео и решила провести некий эксперимент. Вот в эти кашпо вниз в качестве дренажа я насыпаю кошачий туалет. В данном случае вот этот, можно вот этот, одно и то же в принципе. Главное, чтобы в составе у них был циолит. Неважно, какой производитель, циолит должен быть. Я хочу проверить, как они будут расти, как они будут цвести. Вот прям вот чистенькие, новенькие горшочки. Грунт я буду еще торф добавлять и землю, универсальный грунт еще куплен. Вся земля, весь грунт абсолютно новый, ни с какого огорода, ни с какой земли. Все абсолютно будет новое. Чистый такой эксперимент. Хочу посмотреть, как они будут расти, как они будут цвести. А хочу я проверить, что все знают, что есть такое, как бы такая минеральная добавка, которая называется Цион. Я ее тоже купила, стоит она просто бешеных денег. И вот, к примеру, вот, допустим, кошачий вот этот наполнитель для туалетов, вот тот стоит 170 рублей, вот этот вообще 127 брала на Озоне, а еще с баллами вообще 95 рублей мне обошелся. Здесь 3 килограмма, здесь 4,5. Ну, в общем, я вам чуть позже в этом же видео покажу, как чувствуют себя черенки петуньи. Вот одни с кошачьим наполнителем, вот этим циолитовым, а одни вот как раз с Ционом. И я заметила, что разницы особой нет, и кошачий наполнитель черенкам очень даже нравится. Поэтому землю буду тоже перемешивать в грунт, то есть еще подмешивать буду вот этот вот кошачий наполнитель, в принципе, циолит. Посмотрим, как у меня будут растения летом цвести. Я вам чуть позже все это покажу. Ну вот, дерзайте, для улучшения грунта лучше купить вот кошачий туалет. Спасибо блогерам, которые дают полезные советы. Вот такой у меня состав грунта будет для петуник. Этот торф у меня агробалт. Вот такой вот кошачий наполнитель, там земелька. И буду еще добавлять вот такое удобрение пролонгированного действия. То есть удобряшка все равно нужна. То есть я думаю, что одним кошачьим наполнителем мы тут не справимся, потому что питание растениям нужно. То есть буду во все горшки, во весь вот грунт еще замешивать вот такое удобрение пролонгированного действия. В прошлом году мне очень понравилось им пользоваться. Петуньи у меня цвели как никогда. Вот посмотрим, как они будут цвести в этом году с этим удобрением и еще до кучи вот с кошачьим наполнителем. Рассаду я буду сажать в эти горшки свою. Вот то, что выросло, вот на май месяц, вот так у меня выглядит рассада, посаженная семенами. Первый раз у меня взошла петунья. Буду свою личную рассаду сажать, посмотрим, что вырастет. Даже не знаю, будет ли тот цвет, который заявленный, но посмотрим. Ну, такая вот она у меня, видите, еще доходяжная, у меня уже шмелики летают. Вот такая вот рассада. Буду сажать такую, какая есть. Есть еще другая, покупная, но я хочу эксперимент. Еще в качестве эксперимента у меня вот три таких кашпо, посажены кустики. Значит, тут у меня удобряшка Бонафорта, вот Б помечена. Вот тут Z это Цион. И вот здесь фертика. Посмотрим, что и как будет расти. Пока что вот они, кустики одинаковые. Ну, вот эти уже зацвели. Там я цветы обрывала. Вот посмотрим, как они за сезон разрастутся и какое удобрение лучше. И все свои растишки я сразу мульчирую мелкой корой сосны. Вот в таких вот мешках я ее покупала. Вообще обожаю вот эту вот мульчу. Вот это вот мелкое. Я просто вообще в восторге. Второй год пользуюсь. Просто в восторге. Замечательная мульча. Ну и поближе вам покажу. Вот так вот выглядит гранула Циона. А вот так выглядит кошачий туалет. То есть разница в размере и в цвете есть. Но я вам сейчас покажу, как выглядят череночки. То есть вот тут у меня розовые стоят в Ционе, а вот эти вот красные, они стоят в кошачьем туалете. Вот там вот, видите, гранулки. И вот здесь вот Цион, водичка более мутная в
кошачьем туалете она посветлее чуть-чуть. Хочу заметить, что вода у меня родниковая. Вообще череночки очень-очень бодрые. И там, и там. 3 дня они стоят, никакими пакетами ничего не накрывала. Просто отрезала и просто поставила в воду. И они уже, вот третий день, вот только что их смотрела, там вроде как уже начинают проклевываться корешочки. Но я еще не очень уверена. Но конечный результат я покажу в отдельном видео. А вот это результат сурфинио. Я думаю, что тут видно хорошие корешки. Здесь тоже на дне у меня насыпан цион. Я показывала видео, как я тормошила целый горшок сурфинии вот на такие череночки. В принципе, там были маленькие корешочки, но вот за неделю они вот такие вот огромные выросли. Эти череночки уже можно смело сажать в землю. Вот такая вам полезная информация, как можно улучшить грунт для посадки растений. Я уже вижу результаты, поэтому накупила кошачьего туалета очень много и добавляю абсолютно во все кашпо, все цветы, которые посажены на улице, везде-везде у меня добавлен кошачий циолитовый наполнитель. Ну а на этом я сегодня с вами прощаюсь. Как обычно, всем желаю всего хорошего, мира и добра, и пока-пока!